Мої вітання в ефірі «Гість на Центральному». Полтаву відвідала одеська письменниця, відома своїми детективними ретро-романами про міста України, ну, зокрема про Одесу, Ірина Лобусова. І ми, звісно, не могли не скористатися з нагоди запросити Ірину до нашої студії. Я вас вітаю. Здравствуйте. Ірино, наклад написаних і надрукованих вами книг в Україні вже перетнув позначку 70 тисяч. Тобто, я думаю, що кожен український письменник спить і мріє, і бачить, власне, цю цифру. Як вам вдалося це зробити? Ну, для мене це велика радість і честь. Я дуже рада, що мої книги читають не тільки в Одесі, несмотря на те, що от серія історичних ретро-романів посвящена Одесі. В цій серії якраз дійство відбувається в початку 20 века, період бандитської Одеси дуже цікавий. Мені дуже приємно, що і в інших містах України пользуються такою любов'ю, популярністю мої книги. Розкажіть, як починалася взагалі ця серія, як починалася любов до детективів, що вона вилилася ж, ну, нічого собі, в 10 книг. Діло в тому, що я писала детективы давно, это всегда был мой самый любимый жанр. Идея возникновения одесской серии исторических ретро-романов, посвященных Одессе этого периода, принадлежит Александру Витальевичу Красовицкому. Это генеральный директор издательства «Фолио», самое крупное издательство в Украине на сегодняшний день. И вот у него появилась идея создать подобные ретро-романы про Одессу, так как уже существовали романы о других городах Украины. А у меня была история. Я мечтала давно написать роман, как раз посвященный этому интересному периоду. Вот у меня была такая история. Я предложила издателю, его заинтересовала история. И мы решили, что будет такая серия. Я напишу. Первоначально планировалось 5 книг. То есть на 5-й книге «Подземелье призрака Акермана» серия должна была закончиться. Но как только эти книги стали выходить, вот первая книга называется «Короли Молдаванки», самая первая книга серии, особо любимая читателями до сих пор, потому что она всегда как бы очень хорошо продается и пользуется неизменным спросом. Когда вышло 5 книг, книги начали пользоваться таким интересом, тиражи стали возрастать, и было решено продлить эту серию до 10-й книги. Ну, почему до 10? Потому что, собственно, 10-я книга, действие, которое вот это, катакомбы военного спуска, последняя книга в этой серии, на которой заканчивается вся история. Действие в этой книге происходит в 1930 году, и все сюжетные линии главных героев подходят к своему логическому завершению, и смысла просто больше нет продолжать эту историю, она как бы исчерпала себя. Ну, те читатели, которые дочитали эту книгу до конца и уже знают, чем закончится вся серия, понимают, что, собственно, уже продолжения быть не может. Ну, от така історія. Тобто, я так розумію, ці всі 10 книг, вони пов'язані. На якомусь етапі, на 5-й книги, ви зробили таку паузу, а потім ще цей серіал продовжили на 5 книг, так? Да, книги связаны только двумя общими героями. Но во всех 10 книгах есть два общих героя. Это главная героиня Таня, которая бандитка и воровка. И главный герой Володя Сосновский. Это молодой человек из аристократической семьи, потомок известного княжеского рода. Он приезжает в Одессу, как он считает, временно, на какой-то короткий определенный период времени, но события складываются таким образом, что рушится Российская империя, происходит революция, то есть политический хаос. И Володя остается в Одессе уже практически надолго. У него нет другого выбора, да, собственно, впоследствии в сюжетах остальных книг это становится его личным выбором. А на самом деле каждую книгу можно читать и по отдельности, не в порядке очередности, потому что каждая книга — это отдельная история. То есть есть определенный сюжет, который начинается в книге и заканчивается в конце. То есть они не связаны, сюжеты не связаны с собой, между собой. Единственное общее — это только главные герои, которые неизменны на протяжении всех 10 книг. Но в книгах также есть много знаковых персон той эпохи, людей, которые известны своим интересным историческим прошлым, таких как легенда Одессы, знаменитая Мишка Япончик, Котовский, известные писатели, актриса Вера Холодная, кстати, уроженка
Полтавы, Полтавской губернии, и много таких вот персонажей, но они проходят в книге как второстепенные персонажи. Основа истории все-таки разворачивается не вокруг них. Основа всегда в каждой книге — это детективный сюжет, то есть это детективы. А чому ви в якийсь момент вирішили писати саме детективи, і чому ви обрали от таку епоху, Одесу, скажімо так, 20-30 роки 20-го століття? Чим вам подобається саме цей період, чим він для вас цікавий? Ну, меня заинтересовало то, что как бы именно в этот исторический период появилась слава довольно печальная и часто не соответствующая действительности, когда Одессу считают бандитской столицей, то есть бандитским городом. А на самом деле именно в этот исторический период в связи с политическими событиями, то есть окончание Первой мировой войны, политический хаос, разруха, голод, огромное количество безработных, людей, которые не могут как-то устроиться в этой жизни, появилась армия уголовников. То есть в начале 20 века количество уголовников и бандитов в Одессе составляло цифру 20 тысяч человек. Это огромная цифра. Вот как я писала об этом в своей первой книге «Короли Молдаванки», это была огромная бандитская армия. Причем на каждой улице был свой король, главарь банды, ну, одесситы люди очень пафосные, и поэтому каждый главарь банды называл себя королем. Вот на каждой улице был свой король, и эти короли, они без устали воевали между собой, не могли прийти к какому-то согласию, от чего страдали абсолютно все мирные жители города. И вот этот интересный период меня всегда привлекал тем, что множество исторических событий, можно как-то воспользоваться своей фантазией, развернуть интересное действие. Вот поэтому впоследствии как бы все, каждый год, все годы, в которые написаны эти романы, они неизменны в том, что происходила полная смена властей. То есть был такой период в Одессе, я думаю, что он был в каждом городе Украины, когда в 9 утра была одна власть, в полдень другая, в обед третья, в 4 часа четвертая, вечером пятая, а ночью уже шестая. И так каждый день. То есть в этом чередовании властей люди не могли просто сориентироваться, как жить дальше, поэтому банды, позволяющие часто людям выжить, заработать себе на кусок хлеба, пользовались такой вот популярностью, и так расцветал бандитизм. Впоследствии ситуация изменилась вот как раз для криминального мира не только Одессы, но и в целом. 1930 год считается переломным. Именно поэтому в этом году заканчивается история, собственно, этих 10 книг, потому что после 1930 года история криминального мира совершенно другая. И те легендарные, красивые короли, уличные банды, которые действовали в Одессе, вошли в легенду, то есть стали частью легенды, они навсегда ушли в прошлое. Наскільки реалістичні ваші історії, чи є там дійсно якісь не видумані, а справжні персонажі, і хто вам взагалі допомагав розібратися в історії Одеси того періоду? Ну, в первую очередь, это, конечно, вымысел. Я всегда говорю, что не следует изучать историю по историческим ретро-романам, потому что, в первую очередь, это реконструкция, это фантазия автора и реконструкция, построенная с учетом авторской фантазии писателя. Конечно, я много работала с историческим материалом, отбирая те факты, которые могли бы заинтересовать меня для написания данной истории, о которой вот речь идет в конкретной книге. И в первую очередь как бы читала научные труды, то есть всегда отдаю предпочтение книгам, научным книгам, работам каких-то историков, которые писали о том периоде, когда будет вот, ну, когда разворачивалось действие моей истории, в первую очередь книгам и только уже в последнюю интернету, потому что интернет — это просто огромная база, позволяющая систематизировать информацию, но не может являться основным источником. Вас так захопили детективи, що в якийсь момент журналістику ви зовсім проміняли на письменництво? Да, на самом деле я всегда мечтала заниматься только написанием книг и зарабатывать на жизнь литературным трудом, что является редкостью в нашей стране, потому что это редко, когда писатель, живя в Украине, может жить только за счет своих литературных гонораров. Я всегда мечтала об этом, долго к этому шла, поэтому на первом месте все-таки для меня были книги, а все остальное уже на втором.
Крім серії ретро-романів, у вас виходять паралельно ще й інші детективи. Розкажіть про них і чим вони відрізняються від десятитомної, скажімо, серії? Вот эта книга, она вошла в серию «Украинский детектив», книга «Чужая кожа», это современный детектив. Первой в этой серии вышла книга, называется «Красная комната». Там отличается тем, что, во-первых, действия происходят здесь и сейчас. Это современные книги, действия которых происходят в современной жизни. В них нет территориальной привязки ни к Одессе, ни к любому другому городу, хотя в «Чужой коже» действия происходят в Киеве, а вот в «Красной комнате» действия может происходить в любом городе Украины, то есть в Одессе, во Львове, в Полтаве, в Харькове, в Запорожье, где угодно. Нет территориальной привязки, просто это большой современный город. И это гораздо как бы интереснее писать, потому что, ну, во-первых, отличается история, во-вторых, отличается язык, в-третьих, отличается поведение героев. Они ведут себя по-другому, потому что живут в современном мире. Ну, то есть как бы вот такой эксперимент, книги, которые не связаны, в них нет общих героев, нет какой-то определенной привязки к какой-либо эпохе, то есть это герои не повторяются, не переходят из книги в книгу, в каждой истории свои герои, общих героев нет. Ваші темпи написання так дещо вражають, тому що ви можете написати книгу за 2 місяці. За скільки років, скільки книг вам вдалося написати? Мені вже вдалося написати 17 книг. Да, дійсно, у мене дуже жорсткі рамки написання. Я пишу роман за 2 місяці. Угу. Ну, це достатньо складно, але... А ще між цим вам треба встигнути поспілкуватися зі своїми читачами, з'їздити в Полтаву, провести за 2 дні кілька зустрічей. До речі, чи любите ви зустрічатися зі своїми читачами і що вас найчастіше запитують? Очень люблю. В последнее время мне приходится ездить все чаще и чаще, потому что людям интересно встретиться с писателем, мне покупают книги, читают. Да, я очень люблю ездить, но, к сожалению, не могу ездить часто, то есть получается примерно 1 поездка. Раз в месяц, раз в 2 месяца. Спрашивают обо всем. Людей интересуют прототипы моих главных героев, подробности написания истории, исторический материал, которым я пользуюсь, какие книги еще выходят. То есть практически обо всем спрашивают. Наскільки ви плануєте наперед, про що ви будете писати? От зараз у вас є задумки, наскільки книг вперед? Да, сейчас у меня как раз есть такие планы. Дело в том, что вот эта серия 10-я, она подошла к окончанию сейчас. Должен в феврале месяце выйти. Роман есть еще 2-я серия, советская. Тоже действие происходит в Одессе, но там исторический период действия первого романа. Он называется «Тень райского сада». Начинается в 1936 году. Тоже планируется 10 книг, а вот в феврале как раз должен выйти роман, посвященный 1939 году, называется он «Дневник призрака». И сейчас есть планы написания следующей серии, тоже исторических детективов, только действие будет происходить в более позднем советском периоде, первый роман будет планироваться 1966 год. Чи не думали ви, що колись ваші детективні сюжети можуть закінчитися, і ви перебудуєтесь на якийсь інший жанр, можливо? Скорее всего, нет, потому что как бы я не пыталась работать в каком-то другом жанре, но, во-первых, детектив — это мой самый комфортный жанр, мой. Я чувствую себя в нем лучше всего, даже если я пытаюсь написать любовную историю, вот как я часто говорю для себя, что «Чужая кожа» — это как раз пример такого любовного романа. Я называю, несмотря на то, что это современный детектив, я называю эту книгу любовным романом, потому что эта книга не свойственна для меня, в основу сюжета лежит, в основе сюжета лежит любовная история, то есть любовные отношения главных героев. Для меня это не свойственно, потому что на первом плане во всех остальных книгах это все-таки расследование убийств, детектив. Вот даже если я пытаюсь написать любовный роман, все равно плавно он переходит в детектив, потому что в «Чужой коже» есть и серийный убийца, есть и жестокие преступления, и вряд ли я перейду в рамки какого-то другого жанра. Кого з українських детективістів ви читаєте, ну, можливо, не тільки з українських, от хто для вас є авторитетом, на кого рівняєтесь і кого з класиків ви обожнюєте? Я дуже люблю героя Жоржа Цимінона, комісара Мегре. Мне імпонує його чоловічність, його психологізм, розуміння героїв драми
которую он расследует, а описанию деталей я училась у Агаты Кристи. Я считаю, что нет более лучшего автора в мире детективов, который умел бы так работать с деталями, то есть так тщательно анализировать каждую деталь и учить автора, который желает работать в этом жанре, так тщательно работать с этими деталями, потому что часто именно на деталях строится весь сюжет. Детали — это основное в расследовании истории. Поэтому для меня всегда интересны ее романы, и тому, как следует работать с деталями, я училась у нее. Чи зустрічаєтесь ви з українськими колегами-письменниками? І якщо так, чому ви їх учите, чому ви в них вчитеся? Ну, постійно. Я вважаю, що у кожного хорошого автора завжди є чому навчитися. Тобто, писатель, даже если он добился успеха, он не должен останавливаться на месте, обязательно должен чему-то учиться, развиваться, расти, знать, что делают другие, интересоваться этим. Это важно. Дуже вам дякую за розмову. А я нагадаю, це була програма «Гість на Центральному», і моєю спікеркою сьогодні була одеська письменниця Ірина Лобусова. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. До зустрічі на Центральному.